Суббота, раннее утро. Ну, не только раннее. Время уже 8 часов. У меня дома, я проснулся, у меня дома стоят вот такие ромашки. Прямо, вы знаете, связаны, пучок связанный травой. Посмотрите, видите как? Мне муж подарил ромашки. Вон, какая красота. Вот мои самые любимые цветы, я хочу сказать, это ромашки. Вот если брать из разряда полевых ромашки, очень люблю васильки, очень обожаю прям. Нравятся гладиолусы еще мне цветы. И люблю тюльпаны. Ну, розы, они как бы... Роза, она и в Африке роза. Но вот эти вот цветы, которые сейчас вы видите, они у меня занимают первое место. Ромашки. Я их обожаю. И очень печально, что когда они заканчиваются, то уже, в принципе, заканчивается и лето. Ну вот. Смотрите, еще раз показываю. Прямо этот букет связан пучком травы. Вот какой флорист он у меня. Ну что, он мне подарил ромашки. Очень приятно. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас происходит на улице. Сегодня протру машинку. Мы все им пользуемся. Ну, чтобы чисто было. И протру подоконник. Здесь тоже как-то грязновато. Что хотите сказать? Все общее. Вот. Окно тоже надо протереть. Так вот. Так что я стираю. А мои соседи спят. Мы вчера так хорошо посидели, поужинали. У нас было барбекю, у нас были шашлычки, у нас были сосиски на углях, у нас были овощи на углях. Так что вот так, поужинали. В общем, вот так. Какой-то мультик идет. Сейчас нахожусь дома. Ну вот. Опять мои ромашки вам показываю. Ромашки. Сейчас пока время еще такое раннее. Стирка у меня идет. Я сейчас зайду в YouTube. Зайду к девчонкам, посмотрю, что они выставили. Ну и так вот целый день, возможно, буду с вами на связи общаться. Ой, вот показываю. Любочка Рит очень хотела увидеть что-нибудь такое, знаете, кусочек России. Вот она будет смотреть, и я ей ромашек. Любочка, Люба Рит, тебе ромашки.